Кроме того, я вскрываю... Надеюсь, этому есть объяснение. Эцио, после смерти госпожи Солари, ее брат считает нас своим имуществом. Он хочет добиться милости Борджиа, и поэтому хочет подчинить себе куртизанок. Если ты публично унизишь его, то он потеряет поддержку Борджиа и отступится. Ты та самая кара, которая не заслуживает. Покажите им. О, как вам не стыдно! Ба! Пепси де мердо! Привет! Сальве! Этот человек никчемный лгун. Куртизанки Рима никогда не будут подчиняться ему. Чтобы понять его. Только изучай. Кто этот человек? Он из Пруссии. Говорят, он работает в Ватикане, но его речи совсем не похожи на то, что говорят церковники. Нам говорят, что мы должны довольствоваться системой Птолемея, в которой небесные сферы движутся вокруг Земли. Но к чему нужны такие сложные расчеты? Может, для того, чтобы скрыть тысячи противоречий? Если выводы не верны, их нужно оспорить. Именно для этого мы и живем, чтобы сомневаться. Убейте его! Господин хочет, чтобы к закату ученые замолчали навеки. Если тут замешаны Борджиа, значит и я. Тебе не уйти!
Кто ты? И почему ты защищаешь нас? Тот, кто верит в свободу. Эцио Аудиторе Деференце. Эцио. Здесь, в Риме, меня называют Никола Коперника. У Борджа говорили о тебе. И теперь я вижу, что ты действительно существуешь. Ватикан принимает тебя, но при этом на тебя нападает их стража. Думаешь, что я один из них? Что ж, ты прав. Вчера я был тамплиером. А сегодня? Тамплиеры хотели, чтобы я сохранил в тайне результаты экспериментов. Но этого я сделать не могу. Борджи охотятся за тобой и твоими друзьями. За моими коллегами? Я не могу понять их логики. Найдите Коперника! О логике мы поговорим позже. За мной! За мной. Осторожнее, друг. Привет! Что не следует пить воду из Тибра южнее Марсового поля. Установлена связь между этой... Мне нужна помощь! Недавних... Ради... Вчера ночью у твоей жены...
жены был настоящий мужчина. Уходите Следуй отсюда! За мной. Бегите, если вам дорога жизнь. Эй, вы тут? Ко мне. Здесь будет безопасно. А как же другие ученые? Откуда я знаю, что тебе можно доверять? Откуда тебе хоть что-то знать? Накопление знаний — опасное занятие. Гораздо проще никуда не ходить, ничего не знать, чем рисковать жизнью ради истины. Ладно. Поведай мне истину. Отнеси эти письма ученым. Они должны знать, что им грозит опасность. Andiamo! Подходите, люди. У меня десятки новых... Люди не должны мешать четвертованию преступников, привязанных к власти. Ты же не у себя дома! Успокойся! Недавние столкновения уличных банд привели к гибели нескольких уважаемых гостей города. Меня прислал Коперник. Спасибо. Каким должен быть мужчина? Быстрее, нельзя его упускать. Фу.